два лидера у нас команд, из команды Санкт-Петербург. Ну, давайте понаблюдаем сейчас за прыжком Полины Березневой. Отлично, отлично, ну, личный рекорд. Молодец какая. Ну, практически без ошибок. Одна помарка у ней была на высоте 1,82 м. И вот сейчас раскрепощенно она выполнила попытку. Прекрасно. На следующей стиле, мне кажется, высоте. С запасом, да, немножко есть даже запас. Отличное, отличное выступление у Полины. Даже небольшой встречный ветер не мешает ей показывать эти результаты. Вот, вот она сейчас просит поддержки у зрителей. И, наверное, благодаря именно этой поддержке она показала прекрасный результат, преодолела планку на следующей высоте. Мы ждем еще дальнейших ее выступлений.